рамках проекта «Спорт во благо» для детей с ограниченными возможностями. Это помогает развивать их духовную значимость, а также развивать физические способности. Дети вырабатывают здоровый образ жизни для себя, участвуют в разных мероприятиях, потому что с нами здесь выступает и танцующая планета. Они могут поучаствовать в конкурсах, которые они проводят. Мы, как взрослые, показываем детям, что надо творить добро, что люди есть абсолютно разные. И плюс здоровье. То есть ребятишки бегут, они испытывают какие-то веселые, замечательные чувства, прекрасные. Это мой сынок, не упокоив Влад. Мы традиционно ходим на забег, проводимый планетой друзей для всех ребятишек, благотворительный забег. А мы танцуем на этом забеге, нам очень нравится. Это нам очень помогает в жизни. Прежде всего мы погружаемся и в спорт, и в культуру. И везде нас принимают, и везде нас встречают. В общем-то, можем сказать, что даже любят, хорошо к нам относятся.